Ну что, друзья, товарищи, новый ролик на канале Покемоша Лайв. Всем привет! В прошлый раз мы дивились на супер-монстр тепловоз 2T121. Кстати, спасибо, что вы так тепло приняли наши каракули. Но знаете, 121-й это еще не предел. Так, теплышко. Скрипач шарит. Есть, оказывается, еще более суровая дура. Четырехсекционная, огромная, как собака, 4T-130. О 24 осях, общей мощностью 12 тысяч лошадиных сил. Куда там твоей малолитражке? Ну, обо всем по порядку. Девушка, включите нам интродукцию. История этого сверхтепловоза неразрывно связана с великими железнодорожными магистралями Транссибом и БАМом. Минутка истории от Покемоши. Транссиб начали строить с 1891 года, причем его окончательная электрификация завершилась только в 21 веке. Фактически маршрут простирается от Москвы до Владивостока. Протяженность магистрали свыше 9400 километров. Транссиб имеет единственный в мире вокзал из мрамора. Между прочим, в 1973 году по этой магистрали от Находки до Москвы совершил поездку сам маэстро Боуи и даже записал альбом «Station to Station». Теперь БАМ. Она же Байкал-Амурская магистраль, которая явилась неким ответвлением от Транссиба. Вот тут-то и порылась собака. Начало строительства 1932 год. Протяженность от Тайшета до Советской гавани составляет почти 4300 километров. Трасса проходит в основном в гористой местности, прорезая 7 горных хребтов. При этом высшей точкой пути является Мурурунский перевал, 1323 метра над уровнем моря. А крутые уклоны при заходе на перевал требуют применения двойной тяги. Именно об этой точке в 1994 году был снят уважаемый фильм, который зритель, скорее всего, смотрел. Кстати, знаменитый «Чертов мост» находится также на БАМе. До кучи на этой трассе пробито целых 10 тоннелей, что еще больше усложняет вождение поездов. Не забудем и то, что магистраль расположена заметно севернее. Неудивительно, что наслушавшись Инны Желанной, боссы из МПС уже в 1974 году начали слать письма издалека, в которых расписали требования к перспективным теплякам непосредственно для БАМа. В частности, самовары должны устойчиво работать на подъемах до 19-тысячных и в тоннелях длиной до 2 километров. А мощность герою потребовали не менее 12 лошадей. Видите, именно БАМ явился тем триггером, который и запустил разработку супертепловоза. Пропустим бессонные ночи проектирования новинки и сразу окажемся в конце 1982-го. Эдмунд Шклярский выпускает свой новый альбом «Дым». Но Ворошиловградскому заводу до этого события нет никакого дела, поскольку рабочие аккурат в это же время выкатывают на белый свет вот такое чудо. Да, монстрище! Просто адский Сантана! Вместе с тем, если игнорить табличку, то локомотив можно принять за уже знакомый нам 2T121. Вот, чеки-чеки. Почти один в один, не так ли? Впрочем, неудивительно, ибо завод использовал те же кузова, ту же главную раму, почти такой же дизель-генератор и также расположил оборудование. Однако колесные пары от 121-го диаметром 1250 мм фермеры ставить не решились, ограничившись ходовкой от 2T116 с колесами на 1050 мм. Получается, 4T-130 по конструкции представляет собой промежуточное звено от 2T-116 к 2T-121. Эдакий, знаете ли, микс 121-го и 116-го.
Если быть более точным, мы имеем дело с четырехсекционной версией опытного 2Т-116А, выпущенного годом ранее. Свою диванную оценку тепловозу дадим чуть позже, а пока поближе познакомимся с конструкцией пациента. «Девушка, конструкцию, пожалуйста!» «Цветной! Ну шо?» Главная рама не простая, а с секретом. Она не только несет на себе оборудование, но и является трубопроводом для охлаждения ТЭДов и выпрямительной установки. Охлаждение централизованное, как у 121-го, от общего вентилятора. По краям рамы 4 ниши для аккумуляторных батарей. На меду дизель 5-5D49, четырехтактный V-образный. Однако его мощность, подальше от греха, была уменьшена с 4 до 3 тысяч лошадей. Ну там тяговый генератор переменного тока, упрямилка и, конечно, тяговые электродвигатели с опорно-осевым подвешиванием и довольно скромной мощностью в 302 кВт каждый. В наличии реостатный тормоз – крутая вещь, тем более для тепловоза. Вентиляторные колеса с изменяемым углом наклона лопаток при разных температурах. Экипажная часть, как уже отмечалось, почти как у 2Т-116. Однако, принимая во внимание суровые условия работы тепловоза, фермеры для тележек и ТРП использовали особую низколегированную сталь с повышенной сопротивляемостью холоду. Кроме того, теперь выхода штаков тормозных цилиндров стали регулироваться автоматически, как на ЧС-4Т. Кабина. Конечно, комфортная, тихая и также устойчивая к сверхнизким температурам злого космоса. Что там, обогревалки подлокотников, печка-прачка. На самом деле мы не сомневаемся, что локомотивной бригаде работать в таких кабах было вполне удобно, тем более, что устанавливались они в кузов отдельно. Давайте хоть музыкальную паузу. Ну вот, слушай дальше, мил человек. После постройки, речей, ленточек, уважительного цоканья публика языками, стали уже все ребята тепловоз испытывать. Далекий 1983 год. И тут начинается противоречие, касающееся итогов этих загадочных испытаний. По одной из версий, весь цикл заводских и межведомственных проверок тепловоз прошел вполне успешно, и по их результатам была выдана рекомендация о подготовке производства установочной партии. Другие источники утверждают, что нет, испытание тепловоз провалил, оказавшись малопригодным для работы на БАМе. Скорее всего, ближе к истине вторая версия. В ее пользу говорит тот факт, что еще спустя год, в 1984-м тепловоз возвращается на завод. Как говорится, I'll be back. Там его расцепляют пополам и оборудуют средние секции кабинами машиниста. И даже присваивают герою новую серию 2Т-130 с номерами 0001 и 0002. Так мало этого. После переделок герои отправились в депо «Красный Лиман», где, как известно, будет слегка потеплее. Эх, и стрёмно тепловоз стал выглядеть после этой переделки. Да и кабины, как рассказывали локомотивщики, получились весьма холодными. Мы не знаем подробности работы тепловозов на новой локации, но известно, что после Лимана машины были переданы в ТЧ Попасное. Также известно, что в составе четырех секций аппарат больше не эксплуатировался. А к концу 80-х все по классике. Резкое увеличение стоимости эксплуатации и ремонта, проблемы с запчастями и перевозками, как итог, благополучное списание и разделка в металлолом.
в 90-м году всех четырех секций уникальной серии. Чтобы джентльмен понимал, в Попасной сохранился лишь фрагмент кузова второй секции, который фермер приспособил под личный гараж. Причем на нем сохранилась даже номерная табличка. Впрочем, потом ее засейвили фанаты. Друзья-товарищи, давайте попробуем ответить на вопрос, а нужен ли был этот тепловоз вообще? А также порассуждаем на вечную тему конкуренции электро- и теплотяги. Первая мысль, которая пришла нам в голову при виде агрегата – бедный помощник. Это ж сколько ему надо будет времени, чтобы принять такую дуру, обойдя на карачках все 48 колес. А во время движения, когда необходимо осматривать оборудование, просто дойти до задней кабины и вернуться 170 метров. Как говорится, пока до задней секции дотопал, вот и оборотное депо. Правда, уже в те времена на многосекционных тепловозах БАМа обычно работали два помощника, второй в задней кабине. Возникает вопрос, а надо ли было двигаться в направлении увеличения количества секций? Как сказал один человек, это все равно, что строить ВЛ-15 взамен ВЛ-10, но используют двигатели для пятнашки от ВЛ-22М. Может, лучше наращивать мощность дизель-генераторной установки? Вполне осуществимым стало бы использовать дизеля Т-49 на 12 или даже 16 цилиндров с мощностью до 5000 сил. Конечно, и ТЭДа пришлось бы модернизировать, но это было бы оправдано. Зато по итогу мы получили бы всего 3 секции вместо 4. Кроме того, представьте, провести ТО-2 такой специалки – это массовая переделка цехов ПТО. А постоянно расцеплять секции и делать маневры – вообще дичь. Не забудьте и суровые зимы на БАМе. Просто так тепловоз уже не заглушить в минус 50. И будет он молотить на холостых, радуя Грету Тунберг и сжигая тонны солярки. Да ну нафиг, даешь электровоз, понимаешь? Тут под покровом темноты выползают тепловозные фаны и начинают топить за тепляки. И ведь тоже правы. Во-первых, даже установка опор контактной сети в условиях мерзлоты – непростая задача. Кроме того, необходимо обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение электротяги. ЛЭПы, подстанции – это огромный комплекс дорогостоящих мероприятий, которых и так при постройке БАМа было немало. А пресловутый КПД? Дескать, у электровоза он в два раза выше, чем у тепловоза. Но если мы посчитаем всю цепочку потерь от электростанции до электровоза, то получим итоговый КПД не выше 24% против 30% у тепловоза. Может, поэтому США почти не имеют электрифицированных участков? Первопроходец любой вновь строящейся железной дороги – дизельный локомотив. Этот принцип оказался справедливым и для Байкало-Амурской магистрали. Да, машина оказалась аутсайдером, несмотря на явно передовые конструкторские решения, достойные уважения и внимания. Тем не менее, эта яркая страница советского тепловозостроения уже вписана в историю и все такое. А что думает уважаемый зритель о нашем герое? Одобряет ли он появление сверхтепловозов на магистрали? Или считает, что лучше все равно электротяга? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментах. Мы благодарим всех за просмотр скромного ролика, который можно оценить лайком или дизом. Проверьте подписку на канал, нажмите хоть колокол, прям не знаю. Еще раз всем спасибо, всем удачи и до новых видео.